И всем привет! И сегодня у нас будет солянка на честь 260 подписчиков на моем канале. И сегодня мы поиграем в игру Stickman. Эту игру мне порекомендовал мой друг и ютубер, у него есть свой канал Миша Брайан. Прошу на него подписаться, у него пока что до сих пор 8 подписчиков. Давайте поможем ему активом, ссылка в описании. Так, такая печальная музычка. Я играл эту игру 2 года назад. Печальная музычка. Так, давайте простые ступеньки. Я раньше был, почти все разблокировал. А транспорт... О, я еще транспорт не купил. Старт. Ой, я забыл, нужно же зажимать. Понял, сейчас. На максимум это редко бывает, чтобы кружочек был полностью заполнен. This is Sparta. О, салют, спасибо. Я покалечился. Вы мне хлопайте салютик. Спасибо. Сервис ВИД ТВ позволит смотреть телевидение и фильмы онлайн. Ух ты, я хочу себе этот смартфон. У меня же своего нету. Так. Ай, больно в ноге. У меня джип в Москве. Так. Немножко такая унылая игра, и так персонаж. Я когда-то был купил и большого, и зомби, помню. Машины почти все купил. Ну, почти. Весь кружок заполнил. Думаю, эта соляночка будет на 5 минут, потому что этой игры так нету ничего так интересного почти. Но прикольная игра. О, транспорт. Кресло и тележка, вот все вопрос. Давайте. Хочешь купить тележку? А они могут хотя бы поставить в правильный, как это, видминок, или как это по-русски, видминок. Не хотите купить тележку, а хотите купить тележку. Что за люди пошли? Нет, хочу разогнаться. Украл тележку с магазина и поехал неудачно. Так, еще раз. Набери скорость 20 км в час за барсука. А я уже набрал 20 км, я думаю, я 5 км ехал. О, это редкость бывает. Видите, я полностью кружочек заполнил. А колесико под ногами. Так. И еще раз. Набери 2000 очков за брусок. Хотите купить кресло? Кресло это уже правильно поставили. Правильную форму. Еще раз. О, выброс! Стоп, раньше была эта кнопка? Кажется, этой кнопки раньше не было. Нет, давайте так. Аллах Акбар. Вот это да, видели? Череп. Ай. Заново. Травма мозга. Колесиком по голове давай. Что за дурачок? Да, им очень интересно. Так, давайте сейчас бросим нашу соленку и будем скачивать эту игру. Это же так интересно. Травму мозга получи. И колесиком по жопе. Или по голове. О! А, нет, уже было пофиг ему. Он уже умер. Заново. Смотрите. Оп. Блин. Пен. Сейчас колесико такое ему на голову. О, пресс качаешь, да? Ой, молодца. Давайте еще разочек. О, транспорт.
Давайте, давайте к 6 минуткам мы это. Говорим так. О! Так, давайте еще разок. Ладно. Делаю выброс. А, нет, самокат не застрял. Я думала, что он застрял. Я сейчас поджопник. Ну ладно, вот такая вот у нас была соляночка. Давай спускайся, паренечек. Жалкая твоя жизнь. В меню. А, там тоже, кстати, можно моменты. Нет, ничего, это не стоит. Ну ладно, вам тогда спасибо за просмотр. Тут можно наши моменты зафиксировать даже. Иногда мы вылетали за пределы карты. Здесь вам понравилась солянка и... Пишите, какую солянку вы хотите на следующую солянку. Игру, точнее. Какую игру вы хотите на следующую солянку. А с вами был Роман. И до новых встреч. Пока-пока.